Они приходят к вам часто, да, получается? Да? Ольга Ивановна, вы не бойтесь. Да, не бойтесь Не меня. бойтесь, ничего страшного не будет. Вы же видите это. Мы же переживаем за вас. Вы посмотрите, какая худая стала. Вы 2 недели ничего не ели. Вы сами не носили как булку хлеба и Я уже батон кое-то. привыкла голодать. Ну вот. А это что, хорошая привычка, что ли? Ой, красивые. А дочка вас посещает, скажите, пожалуйста? В каком смысле? Ну, она приезжает к вам, нет? Да, в порядке давно. Давно не было, да? Не помню я. Угу. Я не знаю, где лучше, где как, что там.